Летний пришкольный лагерь – это отличная возможность провести свои каникулы с пользой. В Химках стартовал второй сезон в летних пришкольных лагерях. Чем занимаются ребята в течение дня, узнаем в школе «Флагман». Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! В этот пришкольный лагерь «Радуга» ходят 25 юных химчан от 7 до 12 лет. Их день расписан по часам. Скучать ребятам некогда. Наш день начинается в 8:30. Детки приходят, собираются. Мы проводим зарядку. В 9 у нас завтрак. Далее работа по плану лагеря. То есть это могут быть экскурсии, кружки, либо спортивные игры на улице. До обеда ребята много времени проводят на свежем воздухе, играют в спортивные и подвижные игры. Неотъемлемая часть каждого дня – это спортивные занятия! Юным химчанам в лагере очень нравится. Сюда ходят дети не только из «Флагмана», но и из других школ. Мне нравится дружный коллектив. Мне нравится, как мы вчера обстреливались водными пистолетами. Мне нравится, как мы гуляем. Мне нравится, как у нас кормят. Мне нравится в лагере еда и спать. После активных игр настало время обеда. Тщательно моем руки с мылом. В меню первое, второе, десерт и, конечно, компот. У нас сегодня суп, пюре с рыбкой и овощи. Все очень вкусно. Не секрет, что послеобеденный сон самый полезный. У ребят есть две спальни для мальчиков и для девочек. Многих интересует вопрос, есть ли в современных пришкольных лагерях тихий час. Конечно, есть. После сытного обеда ребята отправляются спать. После обеда у детей игры и занятия по интересам. Рисуют, общаются. А если не запланирована экскурсия или квест, снова отправляются на улицу. Например, чтобы потанцевать. В городском округе Химки пришкольные лагеря работают на базе 4 образовательных учреждений и посещают их более 100 ребят. Каждая смена длится 21 день. Лагеря будут работать до конца лета. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.